Какой у нас тут вид? Очень-очень крутая атмосфера. Что, днем родился? Очень классно. Смотрите, как классный бар. Бассейн со звездами. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Очень много интересного, полезного. Мы самые преданные зрители. Спасибо вам большое, смотрите. Я вас очень люблю. Ну что, дорогие мои, добрейшего вам всем морозного вечера. У нас с вами минус 20. У нас аэропорт Жуковский. И отлет в Таиланд, в Пхукет. Первый раз лечу из этого аэропорта, заодно вам покажу, поснимаю. Смотрите, такая сосисочная у нас здесь встречает, те, кто проголодался. 9 часов перелет у нас впереди, если кто еще не летал, как и я, в Таиланд еще не летал. Покажу вам, как все происходит. Вот, вы обязательно поддерживайте лайками, вашими комментариями, и все. Погнали потихонечку. Вот наш багаж. Жан пошла греться, я пока морозлюсь. Приходим, вон там, нас же на самом поле заставляют куртки снимать, все вообще убирать и досматривают, прям трогают. Ну, здесь аэропорт очень маленький, такой, с виду кажется, как магазин. Вот, в принципе, мне кажется, это вообще все. Дальше где-то будет зона вылета. Здесь даже снимать страшно, там охранник сейчас еще камеру уберут. Все, мы пошли регистрироваться, мы RedMix. Здесь такой размер калибратора, дырочной клади, 40 на 25 на 55, продвинемся. Так, ну что, заветные билеты получены, идем исследовать аэропорт. Летим вот такой компанией большой. Так, а вот, кстати, макет аэропорта. Мы где-то вот здесь вот находимся, в таком маленьком домике. И вот это вот все аэропорт. А, ну вот, смотрите, мы наверх поднялись. Так, здесь есть бизнес-зал. Мы в него пойдем, но он до регистрации находится. Как ни странно, так что мы мимо зеленого коридора. Так, ну бизнес-зал здесь совсем небольшой, даже громко разговаривать не получается. Так, ну смотрите, здесь обзор еды будет мега большой. Экспресс быстрый. Сыр, колбаса, йогурт, молоко, овощи. Там какое-то у нас пирожное. Хлопушки-воробушки. И здесь... А вот должно вот быть мясо, блюдо, тефтели, плов. Но нет пока. Или уже нету. И сыр должен быть. А, вот суп есть. Так, вот здесь алкоголь платный. Чай, кофе бесплатный и вода без газа. Включена стоимость. В такой компании мы летим. Здравствуйте, компания. В этом аэропорту даже разговаривать громко не получается. Привет, говорю. Я себе небольшое блюдо соорудил. И сказали, сейчас горячее еще принесут. Каждые 3 часа его обновляют. А вот у нас и горяченькое подъехало. Вот у нас плов. Здесь у нас тефтели мясные. И бедрышки куриные запеченные. Вот, это прям бедро-бедро. Так, ну смотрите, какая красота. Поперчить, посолить можно и... Приятного аппетита. Да, ребятушки, аэропорт веселый, сейчас вам расскажу все. В общем, мы все контроли пройдены. Поддержите, друзья, лайками, комментариями эти видео, потому что, знаете, это сейчас алгоритмы так работают, да, нет комментариев, нет лайков, и плохо просматриваются видео, вот. А я для вас делюсь положительными эмоциями, заряжаю вас, как всегда. А сейчас еще с вами прогуляемся в Duty Free, зону беспошлинной торговли. В Таиланде покажу вам много всего интересного, все самые полезные моменты, все как всегда. Заряд положительных эмоций, солнце, море, вкусняшки, конечно же, поэтому готовьтесь, видео будет интересное. И видео, кстати, будет, наверное, не одно, а много интересных видео, потому что попутешествуем еще по разным местам. Вот, и вы подписывайтесь, заходите в плейлист, там будет вся серия видеороликов, все полезно, потому что разные острова будут. Вот, и также еще тем, кто хочет купить недвижку в Таиланде, тоже покажу, по застройщикам поезжу, контракт у нас совсем есть, надо все поснимать и вам показать. Если кто не знает, я занимаюсь недвижкой в Турции, в Таиланде, в Дубае вот недавно летал, тоже вам все показывал, застройщиков. Все, цены застройщика все, без агентских комиссий, прямые контракты у вас застройщиком будут, поэтому кто хочет, пишите. Также и в России, если кому надо купить или продать, все пишите, здесь команда риэлторов, вот. Все проверяем досконально, там чуть ли не на 10 страниц, по каждой квартире идет проверка. В общем, полное все и по банкам, сопровождение, все надежно очень. А, пойдемте заглянем в Duty Free, потом я вам расскажу, что там было. Так, ну давайте по ценам посмотрим. Мартини, Асти, 29 евро. Просека тоже 29 евро. Что-то дорого обычно, 16, да, 19 стоило. Последние разы, когда мы летали. Что у нас тут еще? Вино. 16, 11, 20. По вину большое разнообразие. Пойдем вот здесь вот посмотрим. Здесь у нас ром. Кавана Клаб с Кубы. Где мы были, кстати, тоже на канале есть видео. 31 евро. Вот этот темный. 49. 35, это еще золотой. Так, смотрите, вот наш любимый апероль. 18 евро есть сразу набор. Видите, с шампанским. 33 евро. Вот, егермейстер, кто не пьет,
или мало пьет. Вот егермейстер, видите, 29 евро, 56 трав, очень полезный напиток. Но мы не пьем, я не пью уже с октября месяца, уж, по-моему, почти 4 месяца скоро будет. Решил такой экспериментик поставить. После месяца начинаешь себя очень хорошо чувствовать. Даже вообще ничего нет, ни пива, ничего, ни глоточка. Мозг у вас перезапускается, потому что нейроны эти очищаются. Даже если вот ты бокал пива выпил, целый месяц нужен, чтобы полностью все в организме очистилось. Как до младенца, до состояния. Сам алкоголь, да, показывает 28 евро баланс. Здесь какие-то реально высокие цены. А вот девчонки наши апироль вот набирают. Апироль. И шампанское. Что, набрали там? Так, давайте. Надеюсь, я женщину перебью. В общем, меня там на паспортном контроле заставили вообще все вынимать. Я там два ноутбука мой, Жанин, и куча всяких там микрофонов, чего только нет. Тех. Она говорит, все, доставайте. В общем, там такая очередь собралась. Я вынул все, микрофоны там, камеры. Там чуть ли не это, таблетки полезло смотреть. Какие? В общем, досмотр здесь жесткий. Что вначале досматривают, что потом здесь досматривают. Но бутылку воды одну я все равно пронес. Я взял две с собой, одну в бизнес-зале. Кстати, бизнес-зал как пройти? Тинькофф премиум оформляете и оплачиваете, и потом вам деньги возвращаются. Вот, ну надо премиум оплачивать. Ну сколько там, 1000 или 200 стоит в месяц. За счет этого, кстати, высокие, получается, у вас проценты идут. И кэшбэка, и повышенный процент на депозит. У меня с лихвой отбивается, вот, а вы смотрите, как у вас там, это не реклама, вот. Но если что, под видео, может быть, оставлю реферальную ссылку, вам будет какой-то бонус, и мне какой-то бонус, вот, поэтому пользуйтесь. В общем, все, повытряхали у меня там, и одну бутылку воды я ей поставил, говорю, она говорит, это не помойка, я говорю, это вам, это из бизнес-зала, она закрыта, а вторую в карман положил и прошел. Вот, в общем, вот так вот, как всегда, проношу с собой воду, обычно нигде не забираем у меня, мне как-то везет. Так, смотрите, что у нас тут есть. Такой робот стоит, можно кофе заказать. И мороженое еще по ходу дела, да? Смотрите, латте можно. 350 рублей. Капучино 350. Ну, нормально, не сильно дорого. Здесь, кстати, еще шоколадница есть. Там и второй этаж. Так вот, небольшой вам этот обзор. То бегом-бегом все пробежали. Так и все, у нас уже открылась регистрация на посадку, точнее, на выход. Вот очередь небольшая. И так вот, зал ожидания. И все, и там на автобус. Здесь еще вендинговые автоматы есть. Можно водиться, прикупить. Вот водичка, кстати, 100 рублей стоит. Я, кстати, себе перед вылетом сделал карточку Union Pay Газпромбанка. 5000 стоит обслуживание. И если по 10 тысяч тратишь в месяц, то возвращаются деньги его обратно за карту. А почему-то здесь она не сработала. Union Pay, видимо, не принимает. Миром оплатил. Но зато в Таиланде будет работать, потому что Тинькофф там не работает. На автобусе быстренько и в самолет. Red Wings'ом мы летим, 9 часов лета у нас будет. Все, загружаем, сейчас сторис вам сниму. Да, в Telegram подписывайтесь, в Instagram. Там все онлайн. Так, моя рекомендация насчет Жуковского, если будет возможность не через Жуковский, лучше не через Жуковский. Лучше Шереметьево, Внуково, Домодедово. Будет 3 больших самолета. Так, ну давайте быстрый обзор самолета. Пульт, джойстик. Монитор, не знаю, будет работать, не будет. Зарядка есть, но она не работает. Ни одна, ни вторая. Столик откидной. Карман. Кресло тоже немножечко откидывается, но не сильно лететь. Немножко тяжеловато. Не до конца откидывается. Подушку надо набраться. Этот джойстик вынимается, о господи, что случилось здесь. Видите, раньше технологии такие были, карты. Можно было звонить, оплачивать все. Летим на Boeing 7. Да, внимание, кабинный. 3 семерки 200. 8 часов 30 минут мы будем лететь, сказал капитан. Ну, у нас сегодня обед. Мясо с картошкой на выбор, курица, была рыба. После обеда чай с пирожным. И лимонад еще и вода. Сейчас еще один завтрак у нас. В общем, здесь еще можно подключиться к Wi-Fi и будет у вас доступные услуги Red Wings, там кино, игры, можно поиграть.
Оп, не успели выйти, а вот и нас уже встречают. Слушайте, вот там море, не знаю, видно вам, нет. Едешь на автобусе, пальмы, море. И у меня улыбка до ушей была, так необычно, так непривычно. Тысячу лет я не был в Индии. Ну, на Гоа я был, имеется в виду, в таких странах. Все, Турция, да, Турция, Дубай. Недавно был. Кто не смотрел, в плейлист заходите, смотрите все видео. Мы 2 года в Турции почти прожили. Много интересных видео, Дубай недавно летали. Ну, а сейчас Таиланд, давайте немножко аэропорта вам. Сейчас симку еще можно здесь купить. Можно в 7-Eleven там будет купить, тоже вам все будет показывать. По ценам сравнивать, деньги можно поменять здесь. Вот, кстати, курс. Давайте запечатлим сразу. No commission, все дела. Так, в общем, мы прошли уже вон там. Быстрый контроль. Если тур хотите оформить, в любую страну мира, Джани, обращайтесь. Она со своими девочками. Не по всей стране. Команда, вот, оформит вас из любого города онлайн, все по ценам туроператора. Вот, и главное, отель хороший подберут. И вот видите, я сейчас показывал вам издалека очередь. Сейчас еще расскажу, что это случилось. Не надо стоять эту очередь. Мы быстренько раз, все, прошли. Фаст-трек, так называемый. Потому что если очередь бывает большие, можно 1.5 часа стоять. Ну вот сейчас я оценил, очередь где-то 1.5 часа, наверное, придется стоять. Вот, что произошло? Сейчас расскажу. Так, в общем, у меня остановила охрана, я шел, снимал, как всегда. И все, приехали. Здрасте. Вот, в общем, просто удалил видео последнее, которое там было. Хорошо, остальные не просто удалили, что я там что-то еще наснимал, вам покажу. Причем часть видео вы не увидите, что же не восстановишь, прям с камеры удалял. Вот, все, сейчас здесь можно снимку прям взять себе. Айс есть. Еще чуть-чуть посмотрим, что по ценам. Так, вот смотрите, 399 бат, да. Это unlimited. Безлимит полный. Это 15 дней, это 8 дней. А это 15 гигабайт же написано. Нет, это если ты 5G пользуешься, тогда у тебя 15. Если не пользуешься 5G, то... Что, 5G тогда... есть? Ничего себе. Так, в общем, 15 гигабайт у вас будет на 5G, а потом обычный скорость 1 мегабит в секунду. 1 мегабит, боже мой, не верится. В общем, все очень быстро, по фаст-треку. Вышли, симку купили, чемодан поймали, вот они уже едут. Все, сели в трансфер и поехали. Если вы едете на отдых, ну, как бы, мне кажется, $50 не так страшно. Вот, и потом еще трансфер частный тоже. Это вот и наш чемодан. Цвет похож, ну, не знаю. Так, а вот и наш, видите, с хрупки написано. Здесь у нас 32 килограмма детского питания. Александру везут. Сколько стоит? 4200 рублей. Доп. Багаж, это большой. А если брать 20 килограмм, то дешевле будет. Так, ну смотрите, 400 бат, это у нас 1000 рублей или $10 на 8 дней. Если больше, берете больше. Мы взяли больше, потому что плюс один день, никакого смысла не заморачиваться. Можно взять 7-Eleven, там, по-моему, кстати, сейчас, может, уже даже такая же цена. Вот, ну, может, чуть-чуть подешевле будет, но зато смысл экономить. Зато вы сейчас все, вставили, оп, уже со связью деткам, семье написали. Привет, да, кстати, мы деток дома оставили, с многодетной семье. С бабушками, с деточками оставили, Джан вдвоем полетели в Таиланд. Разведка. Ну, мы не только отдыхать, но еще и я работать. Потому что у нас часто бывает, когда в Дубае были, Жан на пляж, я к застройщикам еду. Вот. Люблю это дело, горю, поэтому езжу, снимаю. Очень интересный проект, если вам буду тоже показывать. Если кто хочет, пишите, обращайтесь. Я вам уже сказал все. Все без агентской комиссии, наоборот, у нас только плюшки дополнительные всякие, да, там, помощь открыть счет, ВНЖ, резидентство, если там Дубай, Турция, вот, в Таиланде за покупку там ничего не дают. Ну, здесь по визе можно оформить. В общем, все, поможем, как проводник для вас становимся, потом в аренду можем сдать, в управление забрать вашу квартиру, полное сопровождение продать потом, если надо, если хотите заработать, хотите взять настройки, а потом дождаться, когда цена вырастет, и продать, тоже все поможем. Все вам с опытом с вами расскажу, где лучше купить, в Турции, в Дубае, в Таиланде, смотрите, у вас цели, вам нужно закрыть, вот все, что обращайтесь, пишите под видео, все способы связи, все-все-все удобные, что даже не буду рассказывать, и на Жанну тоже под видео. Да, и, кстати, обращайте внимание, они снимают чемоданы, вот мы на ленте ищем, они у них снимают и здесь ставят. Так что, что ищите. Да, кстати, насчет того, как прошел полет, у меня вообще по-легкому, я себе всякие кино накачал, передач всяких на YouTube премиум у меня, и поспал 2-3 часа, и все. Сейчас мы, кстати, прилетели уже по-местному 6 часов 37 минут, а в России 4 часа меньше.
Да, кстати, очень многие в самолетах или вот здесь в туалете прям переодеваются, раз шорты одевают. Я раньше тоже так делал, когда мы часто путешествовали, а сейчас уже позабыл про это немножко. Так что пользуйтесь, кстати, берите шорты, раз быстро накинули и все. Но здесь в аэропорту вообще не жарко, там тоже быстро. Сейчас вот трансфер, автобус. У нас тем более вечер, уже нет жары. Так, смотрите, здесь, кстати, тоже есть duty free, 650 бат. У нас 16 евро, получается, мартини, пожалуйста, не шевеля, так что можно оттуда не тащить. Вон все есть, и виски, и ром, все, что хочешь. Так, в общем, мы поменяли. $100 я поменял курс, пусть не очень выгодный, но ничего страшного, пусть будет. Насчет досмотра, то все переживают. Вообще здесь ничего не досматривают, ничего не просвечивают, потому что многих волнует вопрос электронок. Они запрещены здесь, даже в тюрьму могут посадить за это. Поэтому без проблем. Вообще ничего не свечь, но выборочно могут кого-то просветить, если вы вызовете подозрение. Камеру не светить, что-то я не понимаю, почему у меня там остановились эти камеры. Все, вот так вот вам сзади атмосфера, так спереди мы выходим в город. Так, вот здесь вас таблички будут встречать. Оформляешь трансфер, и тебя вот здесь по фамилии встречают. Выбираешь свою табличку, находишь свое имя и вперед. Наверное, возникнет вопрос, а где стойки регистрации, как в Турции? Вот я тоже не знаю. Сейчас Жан спрошу, она у нас турагент. Я первый раз в Таиланде. Я до этого вот так не рассказал вам, там, у меня камеру отобрали потом. Был я два раза на Гоа, мне там очень понравилось. Вот сейчас, когда увидел пальмы, море, ну это море впадает в Индийский океан, мне тоже очень понравилось. И моя улыбка прям вообще с лица не слезала. Это говорит о том, что мне здесь очень понравится, сразу вам скажу. Так, в общем, там будут стойки, вон там Fun & Sun. В общем, мимо не пройдете. Значит, что же она вам расскажет, что делать. Куда идти, куда двигаться. Еще для удобства скачиваете себе конвертер валют, прям так забиваете в App Store или там, где у вас магазин приложений. Все очень удобно, вот вбиваете, допустим, $1. Оп, он вам показывает все валюты, хочешь биткоин, там можно настраивать, очень удобно. В батах все выставляете, в евро, в дирхамах, в любой валюте. Так, у нас там уже этот, скоро стемнеет. Ну ничего, у нас еще много дней будет, солнце вам. И океан показать. Океан. Я так чувствую, буду называть океан. Но это море впадает в океан, я его так буду называть, я чувствую. Так, вот наш трансфер. Нашей большой компании загружаемся туда. Загружаемся в тайский автобус. На входе водичку нам раздают. Welcome drink. Thank you so much. Вот здесь прям цены написаны. Докаты 200 бат. Это корона, прям, значит, тут, кстати, можно подойти, сесть и уехать. Смотрите, от аэропорта до отеля у нас получается 45 минут и 25 километров. Тут добро пожаловать, The Marine Phuket. Это у нас Камала район. В отель мы приехали, все, выгружаемся потихонечку. The Marine Phuket, добро пожаловать. На ресепшене сразу встречают нас сейчас. Ящерица прыгает уже на голову. Давайте, пока Жанна там занимается оформлением. Он не только за оформлением тур оформляет, занимается, но еще и на ресепшене всегда оформляет. Я вообще даже не знаю, значит, подписчики подошли, ребята, говорят, вы на сколько? Я даже не знаю, сколько. Мне 8 или 9 дней, здесь у нас лобби-зона. Такой экспресс-обзорчик, а потом уже все поподробнее вам буду показывать. О, как там красиво все. Ой, смотрите, тут welcome drink, пожалуй, добро. Знаете, угощайтесь там. Холодненькое, смотрите, красота прям такая, встречается. Thank you so much. Марганцовочка, да. А без заразиться, без приезда. Вкусно. Марганцовочка. А с йодом где-то желтым? Так, здесь нам выдали бумажку с расписанием отеля. В Телеграм вам ее подкреплю, так что подписывайтесь. У нас только завтраки, поэтому детский клуб нам тоже не актуален. Фитнес есть, детская площадка, бассейн на крыше есть, ничего себе. Ну все, номера нам выдали, идем заселяться. Какая красота, ребята. А там лагуна целая. У нас будет пятый этаж. Здесь все такое новое, чистое. Отель тут не так давно открылся. Номер у нас будет 2507. Смотрите, у нас не только весы есть. Обзор номера у нас начинается. Маленькой ящерки. Да не бойся, она уйдет. Давайте обзор номера. Здесь можно чемодан поставить.
и шкаф. Номер очень классный, я уже посмотрел так мельком. Давайте отсюда начнем. Раз, два халата, тапки, шлепки даже есть. Представляете, с собой можно не брать. Зонт на плохую погоду. Здесь на что? Вот сумка пляжная, Жанна как раз потеряла. Сказала, на тебе сумочку пляжную. Сетка. Так, пойдемте дальше. Здесь, смотрите, сейф большой. Все такое цивильное, у меня сразу. Ну, это первое впечатление, говорю, как Макс Роял, прям заходишь. Номер чистый. Здесь у нас раковина. Что еще у нас тут? О, микроволновка даже есть. Можно что-то здесь покупать. Готовить. Чайник есть. Чайный набор, кофе. Тарелки даже есть. Ну, ничего себе, прям это. Можно кашеварить здесь. Мини-бар с водой. Ну, холодильник, можно сказать. Такой там номер. Слева у нас ванная комната. О, вот там ящерка наша маленькая. Ну какой шикарный номер, вообще обалдеть. Смотрите, ванна, налил, здесь стекло. Лежишь, смотришь, роль ставлю. Есть, можно закрываться, если вдруг не хотите, чтобы наблюдали. Потом душевая кабина, обалдеть, какой гигантский номер. Шампунь, здесь гель для душа, правда, совсем мало. Не знаю, пополняется или нет, потом узнаем. Туалет, столешница, хотел сказать. Но вообще, смотрите, здесь тоже еще вода, этот боди-лосьон. Ну, здесь всякие спунжи, шапки, расчески, щетки даже есть. Стаканы. Слушайте, все цивильно. Так, полотенце, что-то не наблюдаю. А, вот полотенце лежат. Очень классные, прям ванна. Огромная. Вытяжка есть. От Panasonic даже. Смотри, по номеру нельзя есть дурианы. Номер нельзя есть дурианы. Почему? Потому что они очень сильно пахнут. И собаку нельзя есть, и курить нельзя курить. Они пачкают, по-моему, они да? Пахнут. Так, пойдем дальше номер. Смотрите, ну шикарный вообще номер, просто обалденный. Блок управления кондеем. Да, Daikin стоит, обалденно хорошая фирма. Сейчас включили, даже с открытым окном. Очень хорошо получается. На то окошко хорошее. Так, смотрите, тумбочки. Ну, розетки, я думаю, все это есть. Тут обычные, да, европейские розетки, да. Вон, а, сразу USB-шники есть, плюс розетки есть. Кровать большая, здесь у нас диван, это расклад. Здесь какое заселение? 2 плюс 1 можно? А? Телевизор, стоечка, почти барная. Стол, везде, смотрите, розетки, везде USB. Так, это нам чемодан привезли, их не надо таскать. Так, здесь, смотрите, у нас стол, стулья. А, я хотел сказать, привезли набор, но это, по-моему, пластик, нет? А что это за фрукт? А, это какой-то фрукт. Да, это все свежие фрукты. Так, далее. На чай. $1. Тоже, если есть возможность, отдавайте чаевые. Так, здесь зеркало. Тут у нас этот. Что там это? Окно. А здесь балкон. Сейчас выйдем. Посмотрим. Выйти бы не могу. Заблудился. Тут, смотрите, какая тройная система открытия. Необычно. А какой у нас тут вид? Ну, это просто рай в шалаше. Обалденный, смотрите, какой цвет необычный, пальмы, там прям как лагуна, даже не могу назвать это бассейном, потому что это как будто заход такой с песком. Завтра увидите полноценный обзор, смотрите, на крыше тоже какие-то рестораны, бассейны, в общем, чего только нету там, там еще что-то, в общем, днем все посмотрим. Балкон, два стула, стол, такой вдвоем, втроем можно посидеть, ну, вид вообще просто шикарный, да? На обложечку сразу. Так как вам номер, пишите обязательно. Мне прям очень понравился. А, цена на отель у нас 280 тысяч было, но мы брали уже сколько, месяц назад. В зависимости от сезона у вас будет цена. Вот Жанне пишите, она вас забронирует, все вам посчитает и отправит вас. Смотрите, в туалете еще есть биде. Считаю, это очень гигиеничным и правильным делом. В Турции вообще везде это есть. В Таиланде, видимо, наверное, тоже будет, посмотрим. В России как-то нету. Не пользуется это популярным. В честь нашего приезда салют! Ура! Не видно, правда. Блин, говорил, он здесь запускай. Все перепутали. Смотри, а там прям этот, видишь, какая территория. На крыше. Там бассейн или бар. Там все эти чёрты. А, и он есть переход. Сегодня у Жанны день рождения. Пишите ваше поздравление. Мы потом попозже, но ведь не все равно пишите. А еще, Жанна, что хотел сказать про Тай?
Если вы хотите жить в хорошем месте, в хороших номерах, тай очень важно бронировать сильно заранее, потому что вот мы уже на февраль даже заявки не принимаем, потому что это бесполезно. Бронировать все приходят одни отказы, это потерянное время ваше, наше, поэтому... Бронируйте заранее. Бронируйте заранее, да, желательно хотя бы полтора месяца. В общем, броните все заранее, да. И все, и будет у вас счастье. Блин, номер вообще просто, я вот... Даже выходить не хочется. Забираем вещи, потихоньку куртки наши. Классный номер вообще. Так, ну до пляжа, знаете, тут 100 метров, но можно вот на машинке The Marine Phuket называется отель. На всякий случай. Вот он покажу. Rolls-Royce детский. Baby Rolls-Royce, да. Классный. Так, ну довозят вот здесь до дороги, и дальше, смотрите, можно перейти и пойти туда на пляж. Кафе Дель Мар здесь, мюзик кар какой-то. Так, будьте внимательны, я подошел к дороге, посмотрел налево, и справа от меня пронеслась машина. Здесь левостороннее движение, вы сначала смотрите направо, когда идете. На Пате там такое плотное движение, очень аккуратно, надо вот здесь налево. Вообще не перейдешь дорогу, а не к этому надо привыкнуть, в общем, в две стороны сразу смотрите. А вот это мюзик кар. Можно снять и поехать с музычкой. 2 секунды, и мы на пляже. Здесь у нас бич-клаб большой какой-то с музыкой. Здесь у нас просто бич, просто пляж. Ой, море там. Местный колорит сразу, сходу. Это задняя сторона кафешек, получается, такая бродвейная улица. Здесь тоже, видите, мы банан, кокос, ананас. Мы хотим быстрее где-то поесть, пойти, чтобы ничего не закрылось. Так, вот мы зашли в кафешку. Если не знаете, где кафе найти, открывайте Google карты, вбивайте ресторан и смотрите прям оценки. Здесь, представляете, 5 баллов стоит у этого ресторанчика. Ну, кафешечка даже больше. 4-6 есть рядышком. Сейчас мы здесь присядем. Менюшка тут есть. Все. Давайте вам меню немножко покажу. Что вы заказали? Здесь у нас и бургеры есть, и снеки на 2,5 курс, ну можно примерно на 3 умножать, потому что там плюс конвертация будет. Карбонара 200, на 3 умножаем, получается 600 рублей. Так, ну здесь надо есть вот что-то типа риса с креветками, вот такое вот мы взяли. Потом, видите, лапши много всякой, пасты, чего только нету. Здесь у нас супы разные есть, том-ям, том-ка. Том чего только нету. Какой самый популярный суп? Напишите мне. Вы знаете, прям еще с креветками блюдо 180 стоит. Вот, но цены хорошие здесь на самом деле. Вот креветки можно взять. Вот смотрите, есть 300, 180 умножаем на 3, да, там меньше 600 рублей получается порция. Кальмар жареный 300, 900 рублей. Ну, да это меньше, это я так грубо на 3 умножаю. Так, потом фреши есть, смотрите, 180. Манго есть, это шейки, тоже 80-70, и есть милкшейки, кофе, что у нас тут еще, а вот по напиткам, смотрите, пиво, вот Тайгер, это прикольное пиво, это я его на Гоа пил, 80 стоит, ну на 3, грубо говоря, умножаем, и все, коктейли, пиноколада, смотрите, как тут пиво в такой штуке, чтобы не нагревалось, такая, знаете, утеплитель такой, манго шейк взяли, колу. А рядом у нас прямо в 5 метрах море. Воу, как красиво. Камера не сильно высветляет. Я вот так вот вам покажу. Видите как? Вот такая красота. Даже можно прям снять, а потом вставить. Воу, ну вообще супер, да? Еще смотрите, какая красивая штучка. Курица с ананасом, да? С рисом? Прям в ананасе, прям вообще красота. Спасибо. А вот рис с креветками. Смотри, приплыл. Здесь креветок прям, и креветки прям огромные, много креветок. И очень-очень вкусно, прям вообще обалденно. То есть цена, смотрите, 180, 455 рублей или 5 долларов. Ну вообще красота. Всем приятного аппетита. Так, рис с креветками был такой вкусный. Я прям разыграл аппетит свой и заказал еще креветки. Жареные в темпуре. Тюленчики мои. Это креветки. Креветки просто божественные вообще. Такие вкусные, вообще ни разу не ел. А музыка, смотрите, какая играет.
седая ночь. Сейчас на песке будем танцы устраивать. Слушайте, очень классное кафе. Обалденно, все очень вкусно. Нам еще арбуз принесли в презент. Вот кафе вот так называется. Я-я Deep Sea. Вот, на этом, на Google карт можете найти. Прям от кафе, это с отеля идете налево, прям буквально 3-4 кафешка. Прям очень вкусно, прям креветки вообще, все обалденно вкусно. Ну, очень классно, прям от души рекомендую. В Telegram заходите, там, да, входят выпуски прям онлайн. Тоже очень интересное попадается. Кафе Дель Мар. Заглянем, посмотрим. Так, смотрите, как тут круто. Тут можно вот травку-муравку заварить себе в чайничек. Есть как клуб, 8 тысяч депозит стоит, до 4 человек, полностью можно расход на еду, напитки. У нас сегодня бесплатный вход, потому что, ну, скоро закрытие, а клуб там до 12, до 3 часов ночи внутри работает, снаружи до 12, атмосфера обалденная. Можно и потанцевать, и искупаться, и поесть, и попить можно. Блин, вообще очень крутая атмосфера. На входе по-русски говорят, поэтому знание английского не обязательно. Смотрите, и лежанки есть, и кальян можно взять. Пожалуйста, меню. И официантом поработать можно. Очень классно. Да. Так вот внутри здесь такой клуб. Вот так вот там. Прикольно. Ну прям классно, видите, здесь тоже и бар тут открывается, какие-то шоу проходят. Здесь дамы в стаканах танцуют. Классно. Что, с днем рождения? Сначала, нет, давай сначала так и отходим. Вы с бумерангом сейчас это... У меня получилось. У меня просто видео. Давай, с днем рождения, я любовь. Здоровья, счастья, больших путешествий. Ура! Со мной обязательно. С моим милкшейком. С днем рождения. Блин, какая же это вкусная штука. Короче, типа шейка с этим, с маракуйя. Там еще куча всего намешано. И просто обалденно, мега вкусно вообще. Я таких напитков еще не пил. Так, здесь получилось сейчас расплатиться картой Union Pay. А получилось по 2,7 сняли. А так сейчас курс, ну, 2,53. Ну, возможно, они еще потом пересчитают и вернут какую-то часть Газпромбанка. Лена говорит, что могут это потом пересчитать. Ну, нормально, для общего курса нормально, это еще конвектор. Поднялись сейчас на крышу нашего отеля. Смотрите, как классный бар. Бассейн со звездным дном. Видите, можно даже ночью и там внизу, и здесь в бассейне плавать. Где люди купаются, и здесь посидеть можно. Видите, такая большая территория. Сверху это все на крыше. Но тут во многих комплексах. Я вам поеду тоже показывать, снимаю. Также комплекс. А территория на крыше вот так ходишь, такие же прям как парки сделаны. Видите, как классно, никогда даже не поймешь, что вообще на крыше ходит. Вот рассказываю, что есть такие комплексы здесь, вот так. Квартира у тебя наверх поднимаешься, у тебя также бассейн, а парк прям наверху. Сейчас? Нет, просто держи так, у меня привычка, так камера держи. Ого, не хотите? Нам надо. Со мной прокатиться на экскурсию. Посмотреть квартиры, здесь цены недорогие вообще. Блин, у тебя квартиру впаривают, ты не чувствуешь? Я чувствую. Молодец, мужик. За 100 тысяч вообще можно, хороший вариант. Ну, чуть подороже можно, еще лучше взять. Паттайе подешевле будет, на Пхукете подороже. Ну и под конец у нас салют. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Увидимся с вами в следующем видео. Обязательно смотрите, прям подписывайтесь, чтобы уведомления приходили. Не пропускайте, очень много интересного, полезного будет. Все про Таиланд. Ну и заряд позитивных эмоций, как всегда. Солнце, море. Реально передаются эмоции. Прям серьезно. Все, кто смотрел до сюда, это самые преданные зрители. Спасибо вам большое, смотрите. Я вас очень люблю.